Вот сегодня у нас 10-е. Пришли сестры, делают. Это Александра Ивановна. Это Елена, короче, а там Татьяна. Нагрянули на меня тут. Всего принанесли, есть за неделю не съесть. Вот эту маленько прихвати, ага, нет, уже легче. Так, а надо вот еще как-то туда и сюда или как? Поднять, да? Одну сюда, другую туда. Ну потом, Мария, вот эти тут построили, так, видишь, а? Какие натянутые, проволока какая. Вот. Надо смотреть по ходу, как она... Он просверлил тут дырочки, еще из этих тут провел, на ровно, чтобы было. Вот это Михаил все так сделал. Ну, брат ты мой, винограду будет. Вот это яблоньки у нас. А тут сирень расцветает. Тут маленько крыжовник есть, смородина, малина, вишня. Толку от нее нету пока. Не знаю почему. Яблоки есть. Но... Это калина. Калина тут богатая калина. Это у меня здесь вот чеснок, перо. Утрами беру. А это дикие голуби у меня тут. Вот сколько их тут. Питается все, кормлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и своих там у меня 14 наверху. Вот 2 тазика воды налил им, купаются. Вот сестры. Столько наготовили, принесли, молосно это, ну на рыбу. Николай Крущина карасей принес и 2 карася предложил. Я одного себе взял. А Игорь Дубунов знает, что печеная такой есть еще форма. Фольгу заворачивает. И уже сегодня привез. О. Вот они, мои голенькие, а. Вот и надежда пригодилась. Вот еще сколько поднимать будут. Вот я отвез 2 тележки и 2 охапки, можно сказать. Вот смотри, где... Вот... Я не вижу мусора. Не вижу, это перегной. Да-да, да. Мне запомнилось один год, когда делали, Никита был Колесников, уезжал. И в этот день виноград поднимали. Вон ножницы там висят где-то вот. На первом кусточке посмотрим. Это храм у нас, где молимся. Окна.
Скворцов нету, хотя скворечник висит уже сколько лет. У меня в саду было у отца 123 скворечника у меня. Это еще было послушать. Не вижу, где ты? Вы ножницы ищете? Да? Вот это какая у нас елка, красота. На первом кусочке. Огромная, напротив дома. А? Три пакета, вон висят. Это две березы. Соседская и наша. Потащи к себе сюда, подкати поближе, и там будете класть. Да, пока. Сестры уехали. Я был занят, этот не зашли. Глянул, все уехали. А Любовь Николаевна одна тут подправляет. Не заставлять не надо ничего, она видит, где она оторвалась, еще привязать. Вот это поколение, то... Приехали там Александра Михайловна была, Гончарук, Гладыщук, Елена, Капустина, Татьяна. Сразу втроем тут они нахлынули. Ну что ж, все, слава Богу. Что-то кошки, у меня тут кошки есть хотят, а кормлю их тут все. Своих две кошки, тут этих четыре, еще две сбоку, какие-то 6-8 кошек у меня. Видишь, привязываются. Натянули на ничешко хорошо. Это рядом двухэтажный дом, я на него когда-то лазил, голуби садились сверху, шест сделал, чтобы дергать отсюда и пугать их. А как же? Необходимо. Они улетают, я их гоняю, они туда садятся. Ну и здесь, вот, соседний дом, уже не видать тут. Просто вершина вон там видать. Вон там вверху, нет, еще не видать, видать. Нет.